Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Таша в магазине. Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу Сливовая, 42, город Краснодар. Всем желаю приятного просмотра! Набор аксессуаров для ванной комнаты. Три предмета. Дозатор для жидкого мыла. Стакан для зубных щеток. И мыльница. Материал керамика. В магазине представлен в двух цветах – голубой и розовый. Очень симпатично смотрится. Девочки, и в дальних коробочках нашла вот такой еще желтый вариант. Тоже очень интересно смотрится. 454. Кружка, материал стекло. 350 миллилитров. Таким красивым донышком. Салатовый. Розовое дно и голубое. Производитель гусь хрустальный. 71. Набор из трех контейнеров, эмалированных с крышками. Объем самого маленького 800 миллилитров. Средний литр и самый большой 1,5. Крышки пластиковые. Крышечки закрываются плотно. В магазине представлены в нескольких вариантах. Такой лимон на веточке и красивая лаванда. Производитель Китай. 360. Форма для запекания. Материал жаропрочное стекло. И объем почти 4 литра. 474. Набор 7 предметов. Кувшин и 6 стаканов. Кувшин объем почти 2 литра. И вот такие красивые стаканы. Объем 230 миллилитров. Материал стекло, изготовитель гусь хрустальный. 464. Банка для сыпучих продуктов. 940 миллилитров. С крышкой. Крышка прорезиненная. И закрывается очень плотно. Набор стаканов, 6 штук. Материал стекло, производитель гусь хрустальный. Объем каждого стакана 250 миллилитров. 150. В этом магазине тоже появились полотенца вафельные. Размер 45 на 60. Ассортимент, конечно, шикарный. Очень красивые. 100% хлопок. Какие ландыши. Анютины глазки какие шикарные. 39,50. Полотенце вафельное. Размер 40 на 60. Я, кстати, такие уже покупала. Стираются отлично. 100% хлопок. Производитель Узбекистан. Красивый край какой. 65,50. Сланцы женские и мужские. Очень удобные, с пяточками. Таких можно купаться и в море. 181,50. Емкость строительная, с усиленными ребрами жесткости. Такая вот прямоугольная. И второй вариант круглая. Объем такой емкости 40 литров. Кстати, вот эту круглую можно использовать как вазон. Только дырочки пробить. 240,50. Томаты черри маринованные, 680 грамм, 64,50. Перец горький, 720 миллилитров, 110,50. Корнишоны по-баварски, 700 грамм, 120. Лечо по-болгарски, кубаночка, 720 грамм, 85,50. Томатная паста Кухмастер, 950 грамм. Беру всегда такую в Светофоре. 156,50. Закуска овощная ризотто. 510 грамм. Кстати, тоже очень вкусная. 89,50. Закуска венгерская. 500 грамм. 67,50. Оливки и маслины без косточки. 280 грамм. 51. Грибы маринованные опята. 580 миллилитров. 142. Грибы маринованные ассорти. 580 миллилитров. 128. Грибы маринованные шиитаки. 370 миллилитров. 90 рублей 50 копеек. Сливки ультрапастеризованные. 10%. Солнышко Кубани. 1 литр. 107. Сетка затеняющая. 55% затенения. Размер 3 на 6 метров. В комплекте присутствуют клипсы.
и также монтаж сетки. Производитель Ростовская область. 675. Перчатки 5 пар. Производитель Китай. 118. Соус томатный, шашлычный, кубаночка. 500 грамм. Всякий такой соус я беру всегда для пиццы. Также он очень вкусен для шашлыка. 61,50. И еще одна новиночка в Светофоре. Роллтон с характером. Лапша быстрого приготовления. Со вкусом вареной креветки к пиву. 70 грамм. 29. Для любителей фунчозы. Фунчоза по-китайски. Классический грибной соус. Кстати, я брала для любителей очень даже неплохой вариант быстрого приготовления. 125 грамм. 78. Манго-кубики. Масса 500 грамм. Рекомендую, это очень вкусно. Страна происхождения манго — Вьетнам. А вот перерабатывает уже наш Краснодар на улице Уральской. 176,50. Печенье орешки со сгущенкой. Вес упаковочки 1 килограмм. Видно, что очень свежие и аппетитные. 183. Венецианские язычки. 510 грамм. Пакет сахарной пудры внутри. Я брала такие в прошлый раз. Мне очень понравились. Хрустящие, вкусные, как вкус детства. 153. Чак-чак Тимоша медовый. 300 грамм. 83. Круассаны с вареной сгущенкой. 800 грамм. Честно, такие не брала. Напишите в комментариях, вкусные или нет. 121,50. Печенье «Сдобная сказка». 900 грамм. 165. Изделия хлебобулочные «Баранки сдобные». 800 грамм. Производитель тоже Краснодарский край. 88,50. Печенье «Нежное». 1 килограмм. 181. Зефир со вкусом персика и смородины. Внутри с начинкой. 750 грамм. У меня, честно говоря, дети балдеют от этого зефира. 172,50. Чай черный крупнолистовой. С чабрецом и цветами мальвы. Лесные ягоды и цветы. И каркаде и шиповник. Вес такой упаковочки 200 грамм. Брала уже неоднократно. Очень вкусный чай. 136,50. Перфоратор Патриот. 650 ватт. Длина шнура 2 метра. Плюс ограничитель глубины сверления. Три режима. Производитель Китай. 2435. Матрас ватный. Чехол ТИК. 100% хлопок. Размеры 80 на 1,90 м. 1001. Палатка туристическая, двухместная. Размер 200 на 150 и на 110. Москитная сетка. Производитель Китай. 1395. Коврик туристический. Ширина 60 сантиметров. Длина 1,80 м. 240,50. Шарики шоколадные Леонардо. 400 грамм. 81,50. Вафли со сгущенным молоком. 600 грамм. 93. Воздушная кукуруза карамель. 500 грамм. Кстати, я брала в прошлый раз. Да, действительно, она прям сладкая, вкусная. Детям очень понравилось. 86. Варенье брусничное и малиновое. 520 грамм. 115. Крышка для консервирования металлическая. В упаковке 50 штук. 135. Яблоко «Новый урожай». 50 рублей. Апельсины свежие. 68. Яйцо куриное. Категория S0. 30 штук. 204. Шампиньоны свежие. Эх, какие беленькие. 146,50. Голень индейки. 144. Треска тихоокеанская. 100 рублей. Сыр мягкий сливочный. 70%. Производитель Республика Беларусь. Без заменителя молочного жира. Кстати, такой брал, мне очень понравился. Очень нежный и вкусный.
212-50. Ряженка термостатная. Платье в горошек. 700 грамм. 81. Сыр Рогачев Гауда. 400 грамм. 45% жирности. Беларусь. 232-50. Белорусский сыр. Графиня с ароматом топленого молока. 380 грамм. 234. Не буду перечислять все сыры. Можно будет нажать на стоп-кадр и посмотреть цены. Био-йогурт Слобода с черникой. 2,5% жирности. 125 грамм. Вишня и клубника. 25,50. Креветки белоногие королевские. 400 рублей. Курица с чесноком. Янтарная серия. Полутушка. 256. Свинина полтавская. Категория Б. Производитель Тверская область. 316,50. Свинина. Вакуумная упаковка. Категория Б. Тот же производитель. 289,90. Вырезка свиная традиционная. Категория А. Кстати, я такую уже брала. Нам очень понравилось. Кусочки есть и большие, и поменьше. Можно повыбирать. Производитель Волгоградская область. 402. Грудинка крестьянская. Вакуумная упаковка. Производитель Калининградская область. 276. Окорок. Вакуумная упаковка также. Категория Б. Самое главное, не забывайте смотреть сроки изготовления и сроки годности. Производитель Калининградская область. 331,50. Орех мясной любительский. Вакуумная упаковка. Категория А. Волгоградская область. Производитель. 384. Колбаски полукопченые чешские. 500 грамм. Категория Б. В магазине акция 1+1. 96. Колбаски сырокопченые к пиву. 250 грамм. Атяшево. 100 рублей. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие обзоры. Всем желаю отличного настроения, хороших покупок и до новых встреч!